Здравствуйте. Сегодня 15 сентября 2019 года. У нас сегодня спектакль в театре на Юго-Западе. Называется «Игроки». Театр на Юго-Западе находится по адресу проспект Вернадского, дом 125. Основан в 1977 году художественным руководителем и режиссером Валерием Беляковичем. На данный момент художественным руководителем театра является заслуженный артист Российской Федерации Олег Леушин. Театр небольшой, но оформление оригинальное. В подвале можно посетить арт-кафе, в интерьере которого одни раритеты. Здесь же проходят творческие встречи, литературные вечера и экспериментальные спектакли, расписание которых можно найти на сайте. Премьера спектакля «Игроки» по мотивам одноименной пьесы Гоголя состоялась 25 июня 2017 года. Режиссер-постановщик Олег Онищенко. Кстати, именно он один из игроков спектакля. Сегодня мы впервые были в театре на Юго-Западе. Спектакли здесь какие-то такие специфические, потому что мы смотрели несколько видюшек на официальном сайте, и нам понравилось. Выбрали спектакль «Игроки» по произведению Николая Васильевича Гоголя. Ну, как мы уже говорили, мы классические спектакли не очень любим, а когда они сделаны очень оригинально, их интересно смотреть. Сидели мы на втором ряду, сцена оказалась низкая, как будто прям на сцене находишься. Очень все ярко, классные актеры, и все очень красиво и интересно сделано. Мы приобрели вот такую программку «Игроки», а еще в сувенирчик взяли карту. Я вот пиковую даму, Сашки там туз, потому что очень много было разбросано этих карт за весь спектакль. Спектакль длился 2 часа без антракта. Мы остались довольны, вообще просто много эмоций. Спасибо очень классному театру. Я думаю, что мы еще какой-нибудь спектакль выберем и обязательно сюда сходим. Приходите, посмотрите его сами.